Это «Бодрое утро» на MTV. Ваня, Лена, мы продолжаем говорить насчет дня рождения. Это супер праздник, которого кто-то ждет, кто-то не ждет. Но по вашей реакции мы видим, что вы любите этот праздник. А вы знаете, вот я вспомнил такое утверждение расхожее, которое внес в нашу обыденную жизнь известный исполнитель Игорь Николаев. Он почему-то считает, что день рождения – это грустный праздник. Согласны с этим? Вот так вот это день рождения не имеет никакого значения. Тут на пейджер пришло сообщение, что однажды на день рождения я пригласила уйму народу, но никто не пришел меня поздравить. Очень жалко, но да, бывают такие случаи, но значит, наверное, не тот народ, не того народа вы ждали. Что за националистическую идею, Леночка, ты тут, милая моя, 15 минут, понимаешь, что это такое, не тот народ. Ты прям, это, наверное, Сталин когда-то, я однажды пригласил на день рождения, и никто... Пригласите Ваню, он обязательно придет, вот честно вам говорю, обязательно придет. Если у меня тут две ноги, это не значит, что я ходить могу, понимаешь? Да. Давайте... По телефону поговорим, у нас есть телефонный звоночек. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Привет, как вас зовут? Меня зовут Света. Света? Да. Света. Как дела, Света? Нормально. А что смешно? Подожди. Настроение у меня отличное как раз-таки, потому что у меня есть каникулы. Супер, вообще классно. А как так, подожди, у тебя же закончились уже каникулы. Ну так у меня институт, а Света, наверное, в школе учится? Ну да, я в школе учусь, но у меня такая школа прикольная, что тут каникулы через каждые 5 недель. Да ты чего, вот это классно, нам бы так, а? Это, наверное, специальная платная школа такая. Ну, наверное. Нет. Свет. Нет, как раз таки не платная. Не платная? Свет, ну давай, рассказывай, какая у тебя история с днем рождения связана? Ну вот, мне один раз на день рождения подарили маленькую крысу. Такую? Ну, такого цвета, черного с белой. Что-то показывай. Да, вот такую, такую, вот такого маленькую размера? Что-то... Да. Ну вот, бывают вот такие, а бывают вот такие. Не показывай на себе, пожалуйста. Ну и что, расскажи, ты была рада этому подарку? Сначала я ее пугалась, потому что я как бы не люблю крыс. Но потом все было нормально. Нормально? Да. И что, живет до сих пор у тебя? Нет, к сожалению, она у меня уже умерла, но... Жалко. Но она у меня прожила 3 года. 3 года жила? Да. Слушай, а расскажи, просто, а вот чем ты ее кормила? Ну, Ванечке так необходимо едят. Знать. Чем? Да, всем. Всем? Да. Понятно. Слушайте, а она вообще, крысы-то, мышки, они шумные обычно? Конечно, они поют, кричат, они же как заорут с утра. Да нет, мне кажется, по-моему, это ночные жители, нет? Ну, нет, они как бы не ночные жители, но бывают такие ручные, а бывают и ножные такие, как бы, шумные, да. Слушай, ну... Но вот у меня была ручная. Ну, ясно. В общем, это был хороший подарок на день рождения. Да. Ладно, давай-ка мы тебе подарим какой-нибудь подарок. Ну, давайте. За эту историю. Давайте. Ты знаешь, скажи, пожалуйста, Света, тебе близко творчество Эрика Клэптона? Ну, не очень, ну. Не Попер. Очень, подожди. А Рода Стюарта? Это, кстати, два разных человека, между прочим. Это еще дальше. Давайте тогда лучше Эрика Клэптона. Эрика Клэптона. Да, вот да, Эрика Клэптона. Света, просто Эрика Клэптона альбом «Рептилия», крысам рептилия это же не имеет отношения? Да нет. Ну, в общем, приблизительно как и крысы, это, конечно, малоприятные существа, но, наверное, альбом хороший, такая кассета. Сейчас тебе молодой человек, который с тобой здоровался, прежде чем сюда звонился, расскажет, что нужно сделать, чтобы эту кассету получить, руками забрать и прослушать дома. Да? Окей. Ну, спасибо тебе большое за звонок. Сейчас мы будем смотреть All Stars и клип Friends. Не так нам нужно. Слово «Бодрое утро» на MTV. Меня зовут Ваня, это Лена стоит. Почему ты встала-то? Да потому что у меня сегодня праздник. У нас обсуждается тема «День рождения в нашей жизни». Я не случайно надул сейчас вот этот шарик надувной, если вы обратили внимание. Наверное, хочешь мне презентовать. Да. Ну, давай. Шарики всегда вызывают у меня только чувство радости, потому что на дни рождения обычно когда только шарики дарят. Ну да. Ощущение спасибо. Вот. Напоминаю вам, что если вы захотите как-то с нами связаться, это нужно немедленно сделать, потому что все, что вы копите в себе, потом...
ну, как-то неправильно выплескивать где-то в других местах. Вот наш пейджер. Звоните, говорите нам все, что вы хотите по поводу дня рождения, по поводу подарков, которые вам дарят, по поводу ваших друзей, которые к вам приходят, и по поводу всего-всего, что связано с днем рождения. Например, говорите, какие тосты можно произносить во время дня рождения. Ну, милая моя, ну 20 минут 7-8, а ты уже выпить хочешь. Ну, да, безалкогольное это... шампанское. Безалкогольное шампанское, видали? Безалкогольное шампанское. Есть у нас телефонный звоночек, по-моему, да? Алло! Алло. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Оля. Олечка, как у вас дела? Ну, хорошо. А что так задумались, Оль? Ну, значит, не, ну, нет, все равно хорошо. Все равно хорошо, несмотря на то, что вы сейчас находитесь в плену у террористов, или нет? Нет, я не у террористов, я дома еще в теплой постели. Оу, yes. Оля, вы нам прислали такое интересное сообщение, что вам на день рождения подарили мужа. Точно. Ну, рассказывайте. Давайте. День рождения было, вечеринка дома была, как бы мне друзья позвонили, у нас такая традиция, они ну, спрашивают, что хочешь, чтобы не было такого, что-то лишнего. Ну, действительно. Ну, я в шутку сказала, что мужа. Ну, когда собралась вечеринка, все, звонок в дверь, там стоит такой большой кролик, ну, парень в одежде кролика. Я растеряла. Розовый или голубой? В розовый кролик или голубой? Нет, беленький кролик, но почему-то у него был синий хвост. Вот этот костюм до сих пор у нас здесь в шкафу, вот, и под этим костюмом там молодой человек скрывался, я его первый раз в жизни видела. А другой это... одежды у него не было с собой? Нет, была. Была? Да. Он с собой уже чемоданчик привез, да? Нет, 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 совсем не так, ну, потом... А, простите, а при чем тут, почему именно кролик это костюм был? А я не знаю, потому что так захотелось, потому что там, как бы я делала... Кролик это символ активно протекающей супружеской жизни, по-моему. До 8. Мотор. А, да, извините. Ну. Нет, я просто хотела большую игрушку, ага. Либо там какого-нибудь слоненка, либо чего-то, и вот они мне совместили приятное, ну вот так вот, что и игрушка, и все сразу. Кролик, слоненок. Ну, слоненок, слоненок это вообще вызывающе слишком было. И что, и до сих пор-то человек с вами живет так в костюме кролика? Нет, не в костюме кролика, но мы живем уже 4 года. Да вы что? Да. Ну, согласитесь, приятно, да? Приятно вот так вот. Незабываемый. Я не ожидала даже, что это будет именно так. И поэтому у меня скоро день рождения, вот опять надвигается. Подарок второго мужа. Нет, я не хочу второго мужа, пока мне этого достаточно. А если неожиданно детей приведут, нет? Нет, детей точно не приведут. А костюм оленя? Да. А? Костюм оленя. Костюм оленя, да нет, но это же не маскарад, правильно? Ну, не знаю. Смысле такого. Ну хорошо, история-то замечательная, да, очень поучительная. Да, семейная жизнь. Вот видите. Сплошной маскарад. Да, вот я сейчас, видимо, поэтому Лена так беззаботно любит дни рождения. Поэтому надо нам подарить подарочек, да? Надо. Я уже чувствую прямо, как вы хотите получить подарок. Что же именно бы вам подарить такое для вашего кролика и для... Да, хотите шарик? Сейчас в командировке, наверное, смотрит. Хотите шарик? Шарик? А тебе, если кто-нибудь шарик бы предложил, ты бы его взяла? А зачем? Не, ну, в принципе, если много-много шариков, и они будут надуты, это хорошо. Это мне хорошо. Нет, ну давайте мы вам кассету подарим. Кассету? Аэросмит. У меня есть эти кассеты. У вас есть все эти кассеты? Да, только диски. Хотите скотч? Скотч? Нет, да. Я знаю, что нужно подарить. Точно, не хотел скотч. Слушайте, вот... Нельзя. Вот здесь... Я торт хочу. Зажигалочка находится. На ней написано «Род Стюарт». По-моему, это клевый подарок для человека, который в костюме кролика. Нет, дело в том, что ты не понял. Нет, это с этой зажигалочкой связана другая история, о которой я расскажу позже. Да? Поэтому, Оля, давайте мы вам подарим кассету. Дело в том, что сейчас у нас будет прогноз погоды. Да. Вот. А вы получаете «Рода Стюарта». «Рода Стюарта». Да. Ну все, спасибо. Давайте посмотрим, что с погодой. Тем более, что мне это абсолютно все равно. А Леночка переживает, нервничает. Да? Да. Ну, да. Смотрим. Доброе утро, мои любимые! Сегодня самый точный прогноз погоды я проведу для вас специально со своей подругой Зиной. Да, Зинка? Да, Тань. Сегодня на Средней Волге. На какой? На Средней? Кстати, он приехал за ней на своей Средней такой Волге. Дура. Какую путягу кончала? 77. Психованная. Зин. Здравствуйте.
Здравствуйте! И снова прогноз погоды на MTV. Сегодня я расскажу вам о погоде в Сибири и в европейской части России. Здесь у нас холодно, здесь тепло. Здесь область высокого атмосферного давления, а здесь достаточно и жарко, и... Снова здесь, на MTV, никуда мы не уходили, и сейчас, конечно, неловкая ситуация с зажигалкой будет решена. Господа, на MTV проходит конкурс в течение 2 недель. Конкурс называется, как, Леночка, скажи мне, я забыл уже. Докажи свое родство с Родом Стюартом. Кто такой Род Стюарт? Вы можете прочитать в энциклопедии полезных ископаемых, древних животных и палеозолитов этих всех. Суть конкурса заключается в том, что вы должны прислать доказательства того, что вы являетесь родственниками Рода Стюарта. То есть фактически никто не приедет, это же наши редакторы заберут. Ты же приедешь, ну кто, в Америке же, кто? Ну кто сюда, из Америки за зажигалкой? Да почему из Америки, из России, представляешь? А вот в России много родственников? Конечно. Он же парень, понимаешь. Ведь дело-то не хитрое родственников завести, правда? Незаконнорожденных детей, вот этих, да? Но может и законнорожденных? Это же буквально 2-3 минут. В общем, после 8 мы продолжим эту тему. Если интересует зажигалка, на которой написано Род Стюарт, рискуйте совершенно спокойно ее к себе получить, если докажете. Может, у кого-то в паспорте написано «Сын Рода Стюарта». Представляешь? Да. Ваня Стюарт. Николай Петрович Стюарт. Ну, мало ли. Нормально. Самое главное, присылайте какие-нибудь доказательства того, что вы действительно родственники. А бывает, несколько человек могут быть похожими. Но это, наверное, те, кому уже лет 160 исполнилось. Но тоже, может быть, есть такие среди вас. 685 это твои размеры. 685-24. Абонент «Бодрое утро». Это наш пейджер. Присылайте сообщение. Мы говорим насчет рождения. А что-то у меня пейджер завибрировал. Читай. Надо бы вибратор включить. У нас есть телефонный звоночек. Алло. Алло. Да, здрасте, как вас зовут? Антон. Антон, вы похожи на Рода Стюарта? Вряд ли. Зажигалочку, извините, я откладываю. Тогда говорите, какая у вас история про день рождения? Ну, как-то родители хотели устроить мне день рождения, как показывают в фильмах, что заходит человек в квартиру, и тут зажигается свет, и все друзья кричат «сюрприз». Как в американских фильмах, да? Да. Обычно герой после перестрелки возвращается домой с оторванной ногой. Ну и чего? Ну, когда они собрали всех моих друзей и своих, вся проблема в том, что я тоже пришел с другом, и зашел он первым. И получилось так, что с днем рождения первым поздравили его. Ну, то есть вся волна сюрприза пришлась на него, да. Да. То есть его обсыпали конфетти, кинули в него петарду, как обычно, да? Да. А когда у вас день рождения? Сегодня. Так с этого надо и было начинать? Что, серьезно, сегодня день рождения? Да. А сколько лет исполняется? 14. 14 лет? Да. А в каком году вы родились? Да подожди ты, что ты? Нет, надо доказать, что сегодня день рождения. В каком году родились? В 87-м. 14 лет человеку. Что ты пристала-то? Слушайте, мы вас поздравляем, во-первых. Во-вторых, вы знаете, я думаю, что вы не сильно расстроились, когда все, досталось другу. Друг-то заика не остался, главное, после этого события радостного? Да, ну, мне кажется, что пока нет. А подождите, это может проявиться и лет через 20 еще. Слушайте, что сегодня будем делать? Ну, имеется в виду, как праздновать сразу, это она напрашивается на день рождения, называется. Ну, давайте, рассказывай. Как праздновать? Ну, пока еще не знаю, еще рано об этом думать. То есть друзей заранее не приглашал? Ну, почему? Друзей приглашал. Угу. Ладно. Подарочек. Хотела вам подарить, а он вырвал. Ну, что это такое? Би-2. «Волки». Это автобиографическая песня от группы Би-2. Антон, вам достается сегодня 14-летие. Вы любите группу Би-2? Да. Ну вот видите, они тоже вас любят. Еще раз с днем рождения, всего вам хорошего, здоровья, удачи, счастья, побольше улыбок в жизни и хороших друзей. И таких девчонок красивых, как Ленка рядом, чтобы с вами всегда были. Спасибо. Ладно. А мы смотрим «Гориллаз». 785-05-24, абонент «Бодрое утро». Мы просыпаемся, продолжаем говорить насчет дня рождения. Есть сообщение. Я отпраздновала свои 18 лет один. Ел макароны, пил компот, ел торт. Макс. Передайте приветы крысе, ангелочку, Ане, Юле, Сильверу,
всей школе 17:37, особенно 9-му Г. Передаем привет. 9-му Г, большой привет. А вот я хочу прочитать сообщение. На мой день рождения пришли гости в разных костюмах. К нам зашел один пьяный. Иногда пьяный, знаешь, приходит на день рождения. Он толкался, мы не смогли его выгнать. На следующий день он только ушел. Вау. Хорошая история. Да? Ну, нормально, ну, нормально. Я не знаю, мне нравится. По-моему, хорошая. Тем более, что начало 9-го, в принципе, что ты смотришь сюда? Ну, меня... все. Кстати, о часах. Хочу вам рассказать интересную историю. В 1989 году на аукционе Габсбург-Фельдман в Швейцарии самые дорогие часы, собственно говоря, были проданы. 1728 деталей. Патек Филипп компания называлась. Часы калибр 89. Знаете, сколько стоили часы? 3 миллиона. Ну... Тебя это не впечатляет? 3 миллиона. Это еще не все. Подумаешь. 150 тысяч долларов. Как? Счастливая случайность. Какие? Эти часы сегодня у нас в студии. Вот они. Приятно. Таня спрашивает, о чем сегодня разговор. Разговор сегодня у нас о дне рождения, о том, как мы празднуем этот праздник, какие подарки нам дарят. И видите, у нас здесь шарики, подарки, торт даже есть. Есть какой-то звоночек у нас. Алло. 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 Алло, говорите, пожалуйста, погромче. Алло. О, как вас зовут? Наташа. Привет, Наташа. Наташа. А что с голосом, Наташа? Отличный голос, не Наташа. Не знаю, у меня просто только что проснулась. А, ну давай рассказывай, как день рождения отмечается. А, ну, у меня день рождения, сегодня как раз день рождения у меня. Сегодня? Поздравляем. Да. И вот ровно 2 года назад мы с подружками пошли гулять в центр. Ну, там, сел, посидели там, праздновали, а потом пошли гулять в центр. Ну, мы идем такие как бы веселенькие. Потом смотрим. Веселенькие в смысле? В каком смысле веселенькие? Там группу Иванушек. Там был Андрей Рыжий и Кирилл. Ну, мы что-то обрадовались, побежали. Они были одни. Вот, там все что-то, не знаю, что они там, ну, одни. Ну, конечно. Охранники-то и телохранители дома сидят. А, нет? Ну, не знаю. Мы там, когда ходили, они были одни. Вот вдвоем ходили. Там, там шапки такие, шляпы одели, чтобы их не узнали. Угу. Хотите просто, секрет? Мы, ну, любим эту группу, как сразу их узнали. Такие подбежали, там, ой, приветики, там, дайте автограф. И что, дали? Они такие, мы нас, не знаю, тех приняли, он потом такие, говорит, ну ладно, блин, мы нас раскололи, давайте дадим им автографы. Вот они нам, там, блокнотики нам написали, там, моя лучшая подруга Наташа, mm-hmm. тоже, они вот им тоже написали, там, двум Наташам от группы Иванушек, там, автограф поставили. Приятно. У нас был фотоаппарат, мы с ними сфотографировались. Наташа, слушайте, ну, приятно, хорошо подарок такой получить. Да, на день рождения вообще это как раз незабываемый день рождения был. А я тебе хочу сказать, что ты знаешь, Иванушки Интернешнл тоже эту встречу до сих пор забыть не могут. Они все вспоминают часто. Да, по секрету я вам скажу, Иванушки-то обычно без охранников ходят. То есть не удивляйтесь, они нормальные, обычные ребята. Супер, ну как обычно. А ты откуда знаешь? Желаем всем вам, чтобы вы в свой день рождения встретили, вот кто кого любит, понимаешь? Вот если кто-то любит... Своих Иванушек. Да что ты, на меня ты показываешь, Иванушка. Иванушка. Ваня. Ну, в общем, всех... Встретить своих кумиров, которые без охраны подойдут и добро, вот так вот добро, хорошо сказать, по-человечески, с чувством, вот так же, как Иванушки для Наташ, дадут вам автографы. Хотя, что, горячо, не холодно, лучше подари какой-то нормальный подарок. Что-то ты как-то прям... Да? Наташ, вы еще здесь? Наташ, Наташ? Да, да. Наташ, здесь? Да. Она вспомнила историю, задумала. Подарок. Хотите? Хочу. Это группа, которая практически не отличается от группы Иванушек International. Там приблизительно того же возраста ребята играют. Группа Aerosmit называется. Вау. Поздравляю. Спасибо. Вас. Сейчас Дэн расскажет, как забрать этот подарок, а мы смотрим Madonna. What it feels like for a girl. Это страшная история. Ты очень интересно посмотреть. Очень хочется. Давно хотел посмотреть. Очень там же страшно все. Страшно, же... страшно. Да-да-да. Как вы только что прочитали на экранах, это «Бодрое утро» на MTV. Меня зовут Ваня. Девушка, как вас зовут? Меня зовут Лена. Помнит еще. В общем, да. Сейчас будем прочитать сообщение на пейджер. Есть еще? Мы по поводу дней рождения сегодня говорим всяких. Я вчера встретил свой день рождения. Все подарки достались моему брату Жене. Классно. А мне тоже подарки от брата достаются иногда. Вот смотри, на дне рождения один мальчик сломал руку. Потом его повезли в больницу. Перелом оказался маленьким. Все обошлось удачно. Я вчера праздновал день рождения. Мы были в Макдональдсе. Потом... Утопали в болоте, ссорились и в конце концов гадали. Было весело. В Макдональдсе. А ты считаешь, в Макдональдсе не может быть весело? Молчи. У нас есть телефонный звоночек. Алло. Алло. Здравствуйте, милая девушка, как вас зовут? Меня зовут Маша. Маша, очень приятно. Как у вас дела? У меня?
Да, у вас. Замечательно. Ну как уже, проснулись? Бодр проснулись? Вы знаете, я не ложилась даже еще. Вау, супер. А что ты радуешься? Маша, а почему не ложилась? Практически как и я. Вы знаете, у меня сегодня физиология, я готовилась всю ночь. Физиология? В смысле, что-то происходит, что-то с физиологией, и вы поэтому не ложитесь? Нет, это я учусь в медицинском университете, у меня предмет такой. А, физиология, то есть вы изучаете части тела? Я изучаю, и порой бывает не заснуть. Что? Ну я начиталась, не смогла заснуть, короче. Маша, а вы знаете, кстати, вот я хочу сообщить вам, слушайте меня, сегодня, по поводу исторических событий, вы сейчас будете очень рады, сегодня, в 1845 году, в свет вышла первая часть, заметьте, первая часть только, альманаха физиологии Петербурга. Честное слово? Да, милая моя. В каком году? Вот так вот. В каком году тебя спрашивают? В 1845. Обязательно скажу сегодня нашему преподавателю. Скажите, чтобы... Видите как? Полезно смотреть. Вот. Ой, напомните полезно. Ему это событие. Ну, Маш, расскажите, какая у вас история? Ой, ну как, значит, это был даже не подарок с моей стороны, это был поступок так. На день рождения. Угу. Дело в том, что мой муж, он общается по жизни, сослуживцы, люди, с которыми он работает. А кем работает муж? Ой, муж у меня делает веб-страницы. Чудеса. Класс. Ну-ну-ну. Вот. Ну и занимается музыкой немного. Так. Вот. А с друзьями своими, любимыми, он встречается только на день рождения. Ага. Естественно, мы готовимся там за несколько дней, то есть там, чтобы все было на уровне, ждем их. Собираются все, ну, все его друзья, которых он любит, которые его любят. И вот у меня как-то было плохое настроение после всех этих готовок дурацких. И они пришли, где-то разгар вечеринки, когда все было замечательно. Я что-то взяла и всех выгнала. Причем выгнула с такими ругательными словами. Зачем? Отсюда. Вы не могли бы их перечислить? Не надо. Кого? Не надо. Друзей хотя бы. Я боюсь, что они могут смотреть. Могут смотреть. И вы выгнали всех друзей мужа? Я выгнала всех друзей, причем в жесткой очень форме. То есть вы их били палкой по спинам еще при этом? Нет, я кидала с тапочками, кричала, что видеть их не могу. Видно, какой-то у меня был нервный срыв. Скажите, тяжелые ли тапочки в вашей семье? Да, я вот люблю саба. Саба? А почему вы, деревянный почему вы их выгнали? Такой... Да. Вань. Вы знаете, просто вот захотелось. То есть захотели побыть наедине? Захотели побыть наедине, вспомнив о физиологии? Нет, вы знаете, так наедине не получилось, потому что мой муж начал выяснять, почему же я это сделала. А я ничего не нашла лучшего ответить, потому так ударить что его, Саба, ты подумай. Меня достал, пошел вон со своими друзьями. Да вы что, вот. С тех пор вы не замужем, наверное? Нет, вы знаете, вот 10 марта был день рождения у него, и оно прошло очень хорошо. Вот, и я никого не выгоняла, и что самое удивительное, все эти друзья приперлись на этот день рождения, да. Ну, наверное, уже в таких шлемах. А у меня один вопрос. А вообще, как вы думаете, ведь день рождения бывает только раз в году. Может быть, иногда стоит идти на уступки для любимых людей? А, я так вам объясню, я Маша, не слушайте Лену, это сентиментальные мысли эти. Маша, не слушайте Ваню, он злой и нехороший мальчик. Я абсолютно правильно. Не нравятся друзья? Правильно, по башке им саба дать им. Конечно, а что, потом посуду мыть, раз. Потом, ну они же курят все, естественно, курят в стену. Да, потом пьяные, они же все мужчины, я так понимаю, были. Ладно. А по-моему, нет, а по-моему, все равно, сходить, а по-моему все равно надо идти на уступки. Я а по-моему, скажу, все равно надо устраивать праздник для любимых день. Людей. И иногда стоит жертвовать собой. Я жертвую. Ну я вам охотно верю, но... Маша всю ночь про физиологию читает. Ты когда-нибудь читала о физиологии? Хоть что-нибудь? Нет, я только... Вы немного потеряли. Она только картинки рассматривает. Маша, да. Мы готовы... Мы готовы, знаете, что подарить вам, Маш? Ой, я не люблю красный цвет. Понял? Маш, хотите? Шарики? Да. Да ну, нужны Маше да. шарики. Понял. Маша, а если я вам подарю пластинку группы Сплин, которая называется 25-й сантиметр, простите, кадр? Я не скажу ничего неприличного, если в прямом эфире скажете, что я ненавижу Сплин. Вы ненавижу Би-2. Маш, тогда вы знаете, спасибо вам большое. Ну что я могу сделать? От таких подарков действительно вряд ли кто-нибудь бы отказался. Спасибо в любом случае вам за звонок. У нас просто, ну хотите, вот можем подарить два таких шарика, но навряд ли. Шарики не хотят. Не хотят. Тебе сказали, слушать надо, слушать. Я начинаю понимать, почему все друзья как-то так враждебно настроены по отношению к Маше. Как так может быть? Маша не хочет никаких подарков. Ладно, в общем, мы уходим на музыкальный клип, который является, Маша, подарком для вас, потому что эта исполнительница является подарком для любого тебя. Интеллигентного человека. Не только для меня, а для всех людей. Лена Зосимова. «Две капли».
душе, как лед, застыла печаль. И где-то там в тишине ночей ты меня ждешь, ты еще ничей. Только сердце мне подскажет, как любовь не потерять. Только сердце мне подскажет, как тебе. Алло. 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 Валера. Алло, Валера. Алло. Алло, к сожалению, спит пока еще Валера. Тогда есть Лаура у нас. Я думал, что это один тот человек. Алло, Лаура. Да. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела, Лаура? Нормально. Лаура. Как настроение? Что? Как настроение? Отлично. Ну, классно. Расскажите, пожалуйста, Лаура, что связывает в вашей жизни, какая история связана с днем рождения? Это было в 2000 году, 20 сентября. Так. Я справляла свое 13-летие. Так. Вот, короче, мы с друзьями договорились встретиться в 7 часов в кафе. Но родители потом мне сказали, в 11 будь дома. Мы пойдем, короче, метелицу. Я всегда туда хотела. Просто. Ну, правильно, ну, конечно, честно. Ага. Ну-ну-ну. Ну, и вдруг они закрыли дверь, ушли. Как? А я одна осталась в ванной. А у нас такая квартира, сигнализация. Так. И туалет, и ванна, все закрывается. В смысле, центральный замок стоит? Ну, да, все. Ой, какая хорошая квартира. Ну-ну-ну. Короче, я до часу ночи просидела в ванной. До часу ночи просидели в ванной? Да. Расскажите, пожалуйста, Лаура, что вы там делали? Сидела сначала. Потом плакала. Потом я... Наверное, стояла, да? Да, сама себя поздравляла. А свет был в ванне? Свет, да. А ты знаешь, когда девушка в ванной одна остается, свет это не обязательно. А, слушайте, ну, и как вы тебя поздравляли? Ну, потом на следующий день все, короче, пришли, поздравили меня. Да. Ну, справляла за 21-го свой день рождения. То есть, просидела в ванной... Здесь свой день рождения, получается. Ну, да. Ну, зато представляете, сколько вспомнить вообще можете? Да, конечно. Зато, наверное, в ванной... А потом сколько разговоров-то друзьям? Зато, наверное, по ванной с закрытыми глазами любую вещь просто можете достать. Да. Лаура, это очень хорошо. Главное ориентироваться в собственных квартирах, в собственных ваннах. У меня есть
один знакомый, который в уборной, например, встречал день. Да? Ну, мало ли, знаете... А у меня есть знакомый, который Новый год в лифте встречал. А у меня есть знакомый, у которого квартира, там просто одна уборная. А у вас уборная. Какие знакомые есть? Лаура, вам надо, наверное, подарок подарить, потому что история жалостливая. Хотите? Что это? Это Аэросмит. Нет, мне не нравится. А группа Сплин вам нравится, Лаура? Да. А Род Стюарт? Нравится? Нет. Сплин, Лаура, нравится вам группа Сплин? Да. Лаурочка, какое Лени счастье, что у нас... Лени сломал. Прости, я сломал, во-первых, Лени руку. Это интересная вообще тема отдельная. Кошмар, просто ужас. Вот, для вас группа Сплин. Новый их диск. Называется он 25-й... Что 25-й? Кадр. Лаура, вы рады? Надо. А у вас Наталья Арера нету? Наталья Арера? Да. Вы знаете, только что вышла. Да? Только что вышла Наталья Арера. Слеза. Ну, так жалко. Что группа Сплин будет, я думаю, что замечательным заменителем Натальи Арреры. Кстати, кто это, я не знаю. Лаура, для вас Сплин здесь. Человек. Денис расскажет вам, что нужно сделать для того, чтобы этот компакт-диск вы получили и взяли своими руками. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, ты, кстати, обещал рассказать, как ты 18-летие справлял. 18-летие? Ну, я могу рассказать, как я. Ну, давай. 18 лет, я даже не подожди, что... ну а как это? Как это водится? В армии. В армии, на нарах, в смысле, на палатях, на койке, на втором ярусе. Встречал свое 18-летие, был брит, наголо, молод. Хорош с собой. Не то, что сейчас. Вот, вот беда. Да-да-да. Вот прошло с тех пор очень много времени. Но вы знаете, до сих пор воспоминания портянок, этих самых кирзачей, вот это я все не могу забыть. Многие из вас... Но наверное, это не оригинально. Вот у Лауры был, например, оригинальный. Да? Конечно. Ну, причем, обратите внимание, что я врал, что Лаура врала, скажите. Неправда, нас... неправда, да? Она правду говорила, что ты? Я сейчас скажу вам правду. Друзья, очень много сообщений на пейдж приходит с просьбой как бы рассказать, где какие-то, я не знаю, тут Антон и Шелест. Я теряюсь, я плохо знаю, кто это такие. Вот, тем не менее, действительно, отныне по понедельникам и по каким дням тебе еще обещали? Понедельник, пятница, мы будем в этой студии разговаривать с вами, знакомиться, просыпаться бодро, да. И том, что, резво. Произошло все это совершенно случайно, мы шли с Ленкой гуляли по улице, да, как это было? Ну да, ну, шли, да? Гуляли по улице, потом думаем, блин, что это такое, не зайти ли нам? Ну это ты подумала, блин, что это такое, а я думаю, а не пойти ли нам на MTV? А я, ну блин. Поработать ведущими программы какой-нибудь, да? Ну вот, вот пришли. В общем, в следующий раз мы с вами, наверное, будем встречаться теперь в пятницу, да? Да. Призов у нас много. Завтра, обратите внимание, вот эти два билета на концерт Эрика Клэптона на 10 апреля, то есть завтра 10, завтра они будут разыгрываться. Если по какой-то причине вы завтра проспите, рискуете оставить Эрика Клэптона без двух зрителей на завтрашнем концерте. Так что будьте завтра активными. Как Ленка сегодня. Желаем вам удачи. Да, а услышимся и увидимся с вами, наверное, в пятницу, поскольку... Ну чего? Завтра и послезавтра мы будем отдыхать. Лена будет думать о том, что она сегодня сказала. Да, Леночка? Ваня будет думать о том, что он сегодня надел. И оба мы будем думать о том, что же мы сегодня съели. Это потому что сейчас это, к сожалению, придется есть. Это бутафорский торт. Он сделан из пластилина, пластмассы, вот, бензоэтанола. То есть той, что в основном мы с Леной употребляем в нерабочее время. Свечки должны гореть, но поскольку нам запрещено здесь зажигать зажигалки... Зажигать масло. К сожалению, light my fire, да. К сожалению, поэтому мы, наверное, не сможем здесь поджечь. Четыре... Что символизирует четыре вот это вот? Ну, так вот. В общем, 4 секунды осталось нам до окончания программы «Бодрое утро». Спасибо вам большое за внимание. Как однажды мой сказал друг Валера, привет. Первый блин, надеемся, не был 100-процентной комой. И вы еще блина настоящего не видели. До пятницы. Пока. Пока.